Вау. Я не знаю, почему у меня опять в очередной волшебный раз. Отключилась видеозапись. Извините, но я уже немного опьянел. И у меня какое-то состояние опять состояние близко к какому-то очень высокому стрессу и к потере сознания. Но тем не менее, бог Дионис получил несколько женственного воспитания. Он носил женскую одежду. Но тем не менее, он был богом-любовником. Мне кажется, что он был бисексуальным богом. И что как бы отразилось также в индогерманском пантеоне богов. И также в других, не только греческих, но также в германских, славянских и других индогерманских пантеонах присутствовал некоторый бог, который был, так скажем, по крайней мере, бисексуален. Извините. Но тем не менее. Извините, я просто. Я просто уже потерял красную нить в этом лабиринте Минотавра. И, наверное, Иншульгин, я немножко опьянел. Наверное, это какие-то позитивные эмоции на меня повлияли, что всего бокал Хайнекен и 20 грамм шведской водки Абсолют действуют.